26 по 28 апреля 2017 года Минск посетила делегация муниципалитета города Дхармсала, возглавляемая господином Сукхиром Шармой, министром городского развития индийского штата Химачал-Прадеш, в котором этот город расположен. В состав делегации также вошли генеральный директор швейцарской консалтинговой компании Castor Consulting AG госпожа Доротея Джеггер и представитель индийского сообщества в Швейцарии господин Раджвиндер Сингх. Закрытое акционерное общество «Струнные технологии» представили генеральный конструктор Анатолий Юницкий, заместитель директора по развитию Виктор Бабурин и начальник отдела адресных проектов нашей компании Кирилл Бадулин. Гости посетили экотехнопарк, производство и конструкторские бюро нашей компании, лично протестировали юнибайк и обсудили испытания юнибуса на путевой структуре городской транспортной системы, проводившейся в экотехнопарке во время визита в рамках подготовки к участию Skyway выставки Smart Cities India, которая пройдет с 10 по 12 мая сего года. Во время переговоров обсуждались преимущества технологии Skyway перед другими транспортными системами, например, с канатными дорогами, которые в настоящее время широко применяются в горной местности. Также обсуждались характерные особенности строительства транспортно-инфраструктурных комплексов Skyway в условиях горной местности штата Химачал-Прадеш на севере Индии. Большое внимание переговорщики также уделили реализации концепции умного города Smart City и строительство транспортной системы Skyway в городе Дхармсала, являющимся крупным туристическим центром и местом паломничества буддистов со всего мира, так как именно там находятся резиденции Далай-ламы. Так что просачивавшиеся ранее в прессу сообщения о проектах дороги к резиденции Далай-ламы в Дхармсале более чем реальны в самое ближайшее время. Следите за нашими новостями. Вскоре вас ждут видеоинтервью с руководителем делегации, министром городского развития индийского штата Химачал-Прадеш господином Сукхиром Шармой и главой швейцарской консалтинговой компании Castor Consulting AG госпожой Доротеей Джеггер.